то, чьи деяния можно назвать удивительными, являются лила аватары. Понимаете, да? Но здесь он говорит, что если кто-то назовет Чайтанью Махапрабху юга-аватары, или лила-аватары, или амша-аватары, этот человек, он находится полностью в иллюзии, его разум украден иллюзией. И вопрос, почему так происходит? Почему, если их назвать одной из аватар, то это будет иллюзия? Скажите, пожалуйста. Сложный вопрос такой. Расходится. Мы это обсуждали. То есть аватара, буквально, если санскрита перевести, этот термин, он будет означать, что это тот, кто проходит через границу двух сред, материального мира и духовного, тот, кто через границу двух сред проходит. И вот Кришна, он, несомненно, не сходит в этот мир, но он, Кришна, он является своим Бхагаван. Кришна, из него исходит все. И все находит в нем прибежище. Он повсюду, в тот же самый момент, но его как бы нигде нет, да? Не все. То есть он где-то есть у себя в обители. И поэтому в полном смысле слова Кришну его нельзя назвать аватарой, потому что здесь все и есть он. Ну да, как ему снизойти-то? То есть он предлагает определенное видение Прабхадананда Сарасвати. Он говорит, что нужно научиться видеть, что мир один, что весь мир вокруг, который нас, это мир Кришны, это мир Кришны. И в каком-то месте люди меньше знают о Кришне, а в каком-то больше. Но все это мир Кришны. И Кришне не требуется не сходить в виде аватары для того, чтобы здесь проявиться. То есть он всегда присутствует в этом мире, он живет. Это все его большая, такая огромная вечная семья. И Чайтанья Махапрабху, он является также, это также Кришна, Радха и Кришна в одном лице. И поэтому его также нельзя назвать аватарой. Ему не нужно ничего преодолевать. Мы совершаем Санкиртаналил, где-то еще преданные совершают. И он там всегда проявлен, понимаете? То есть для того, чтобы, допустим, для того, чтобы пропахтать молочные океаны, гору Мандару удержать, нам нужно вызывать. Это не происходит постоянно. Должна не зайти. Курма аватара. Или веды нужно забрать, там сохранить. Должна прийти мать, должна совершить что-то очень невероятно удивительное. Понимаете? Uh-huh. Вот. И важный такой еще момент, что обычно вот это аватары, которые приходят, лила аватары, они не приходят со своей дхамой, с окружением. То есть они приходят, она одна приходит, или там с братом, например, на Симхаде. Это лила аватар. Он приходит, он не является юга аватаром, не показывает, что нужно убивать демонов кончиками ногтей, царей демонов ложить на колени, разрывать на части. Вот, то есть он, или там Парашурама является шактявиша аватары. Он не показывает пример, он просто приходит, выполняет функцию и уходит. Вот. Кази сказал, все называют тебя Гаура Хари. Позволь мне также обратиться к тебе по этому имени. Послушай, пожалуйста, Гаура Хари. Если ты пойдешь со мной куда-то, где нет людей, то я объясню тебе причину. И Махапрабху очень интересно ему ответит. Смотрите, он говорит, что много очень людей, и я хочу, чтобы ты этих людей где-то оставил в другом месте и пошел со мной один. И он говорит, Господь ответил, все эти люди мои доверенные спутники. Можешь говорить открыто. Тебе нечего их бояться. И в пословном переводе он говорит, Прабху Бала, Прабху сказал, «Э лока амара антаранга хая». Это все моя внутренняя энергия. Все эти люди, которые меня окружают, это антаранга шакти. Ага, внутренняя. Вот. Это моя внутренняя, это мои спутники. Понимаете? Ого. И спхута кари кахатуми на кариха бхая. Поэтому, так как это моя внутренняя энергия, тебе нечего бояться. Она не хочет тебе зла. Это не внешняя энергия, это не бахиранга шакти, это антаранга хая. Понимаете? То есть эти все спутники, это мое внутреннее.
То есть он объяснил, что я являюсь своим Бхагаваном, и я сюда пришел совершать лилу. Я не просто лила-аватара, который пришел один, вдохновил разных людей каких-то, они совершат какие-то полубоги, или просто проходимцы с улицы, они все куплены, и они сейчас развалят твой дом. Он говорит, нет, это, он говорит, антаранга, эй-лока, эти люди, амара антаранга хай, это моя внутренняя энергия, они принадлежат к моей внутренней энергии, эти люди. И поэтому я пришел сюда, как своим Бхагаван, я пришел сюда со своим окружением, со своей вселенной, в этот мир. И тебе нечего их бояться, этих людей. То есть, это такая лила-аватара, читание Махапрабху, что ради него даже приходит Нрисимхадев. Другая лила-аватара. То есть, это своим Бхагаван, тот, из кого исходит все. Даже Нрисимхадев приходит отомстить, понимаете? Не просто лила-аватара сам сражается, но своим Бхагаван — это тот, из кого исходят все остальные лила-аватары, они ему служат, юга-аватары все, понимаете, по его приказу, для того, чтобы его желание охранять, защитить его.